Главная ценность развития Новосибирской области за последние 5 лет – это консолидация всех жителей будущего нашего региона. Сегодня обсуждали на общественном областном форуме «Время требует объединения всех сил». Андрей Баев продолжит. Создание стратегии развития Новосибирской области – сибирское лидерство. Пандемия коронавируса, санкционное давление и объявление президентом специальной военной операции. За последние 5 лет было немало масштабных вызовов и задач, решить которые объединились все жители области. Это то объединение, сплочение, которое нам удалось достичь. И это сплочение нам помогало преодолеть и пандемию, и достойно выглядеть в прошлом году, когда мы столкнулись с новыми задачами и проблемами. Сплочение на всех уровнях. Сплочение не только команды правительства вокруг губернатора или выстраивание конструктивных взаимоотношений между правительством и депутатами ЗАГС Собрания, а я имею в виду все уровни и слои. В форуме «Время требует объединения всех сил» приняли участие более 1000 человек. Общественники, лидеры мнений и актив партии «Единая Россия». В своих выступлениях все спикеры также подчеркнули, что сейчас, как никогда, важно объединение сил, возможностей и ресурсов для выполнения общенациональных задач и достижения победы. Мы с Александром прошли практически 6 лет рука об руку. Сегодня здесь много нас, моих коллег, депутатов законодательного собрания. Как бы мы ни спорили, как бы каждый из депутатов не пытался на свой округ, как Владимир Николаевич говорит, как депутаты на округ притащили, так каждый депутат хочет что-то больше сделать для своего округа. Мы много спорим о приоритетности, это строить, то строить, но бюджет принимается единогласно. И самое главное, отчет губернатора Новосибирской области, сколько бы ни кричали, ни спорили, ни ругались, единогласно. Я горжусь тем, что наш губернатор брат коллегам сказал, сказать, ребята, таких только 2 региона, Новосибирская область и Чечня. Напомним, предварительное голосование – обязательная процедура на выборах всех уровней в «Единой России». Выборы губернатора Новосибирской области назначены на 10 сентября 2023 года. Андрей Баев, Тарас Тарасов, Новости ОТС.